полимерный пакет черного цвета, внутри которого находится другой полимерный пакет. За прошедшую неделю ивановские наркополицейские изъяли из незаконного оборота около 3 килограммов наркотиков. Свертки с расфасованным гашишем обнаружили уроженцы Азербайджана. 1 килограмм 700 граммов растительного наркотика уже были готовы к реализации. Мужчина заключен под стражу. Кроме того, запрещенное зелье было изъято у гражданки цыганской народности. При личном досмотре у женщины изъяли более килограмма героина. Она тоже задержана. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.